Здравствуйте, дорогие мои зрители, клиенты по недвижимости, настоящие перспективные. С вами Сергей Язовский. Я сегодня показываю вам, отвечая опять же на многие вопросы, где подаются документы на НИЕ в городе Бенидорме. Наблюдаете людей, симпатичную полицейскую, и если вы на машине, чуть дальше здесь можно приехать и запарковаться, но паркинг маловатый. Если вы будете на BMW X5, там сложненько немножко, маленький паркинг, а для обычных машин очень хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, рассказал я вам, где подаются документы на НИЕ в городе Бенидорме. Улица называется, смотрите, видно вам, да? Ну все, друзья, всем пока, удачи, здоровья, всех благ.